Любовь означает не потребность, а доброта, прощение, принятие, осмысление, осознание, почему так. Это любовь. Принятие, терпение, доброта, служение. Способность видеть высокое, самое главное проявление любви. Смотрите, можно, допустим, отказаться от всего. Ну не могу это принять, ну не могу я то, не могу все. Хорошо. Тогда просто молись Богу. Что такое молитва Богу? Это восстановление в своей психике чистого восприятия мира. Восстановление в своей психике чистого восприятия мира. Это называется молитва Богу. Если ты в своей психике восстанавливаешь чистое восприятие мира, ты сразу начинаешь чистоту видеть в своем близком человеке. А именно так увидеть усиливается любовь. Чтобы усилить любовь, надо видеть чистоту, видеть красоту. Настоящее божественное учиться видеть в близком человеке. Иначе любовь не усилится, и его хорошие качества характера тоже не усилится. Если ты хочешь, чтобы он стал лучше, надо перестать видеть мелкое в нем, а видеть чистое, светлое, понимаете? И надо понять, что в конце концов, как бы, умные достались умным, а я досталась тебе. Что все по судьбе происходит, понимаете? Вот это тоже надо понять. Давай не видеть мелкого. А? Зеркало. Что, не слышали такую песню? Слышал. Давай не видеть мелкого, мои хорошие. Не видеть мелкого в зеркальном отражении, потому что это твое отражение, это ты сама в прошлой жизни. Давай не видеть мелкого. Мелкого означает то, что причиняет боль. Ты увидела в человеке мелочность какую-то, что-то плохое, ужасное. Это мелкое, это не главное в человеке. Главное божественное, то, к чему ты притянулась. То, что ты сильно хотела, понимаете, ты с ума сходила. Самые прекрасные, как бы, 10 лет спустя потом надо послушать, о чем поется. Понимаете, это сначала божественное увидел, ослепился человек, только о тебе мечтают, все. 10 лет прошло, потом, как бы, только бывай, baby, только бывай, не приставай. То есть одни и те же экзамены у всех. Я нашла себе того человека, которого хотела. Это только начало ли это и нашей любви? Все начинается так у всех. А если не так, ну то с чем тогда начинать? Тоже вопрос возникает. Ну то есть человек находит себе то, что ему подходит в жизни. Как-то подходит. Если сравнить со всем остальным, то вот подходит. Потому что у некоторых совсем тяжелая как бы, судьба в личной жизни. Ну, как бы, на без рыбы и рак рыба, как говорят. Ну, нашла себе рак и они рыбу там вместе. Ну, ничего. До этого вообще никого не было. Одни микробы. Вот.